буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Что дальше? Не помню, если честно. Два композитора. На «мы» один. Маяковский. Шостакович. Янукович. Так умер? 7 секунд. Умер? Раз. Что за кораллы? Здравствуйте, меня зовут Жака Ширяев. Канал Негодяй ТВ. Здорово. Не хотите поучаствовать в нашей YouTube-вечеринке? Если только ненадолго. А что конкретно? Отвечаешь на 5 вопросов, получаешь 1000 рублей. Вопросы по музыке? Угу. Они детские. Ты давно уже в школе не учишься? Бля, 36 лет. Как ты хорошо выглядишь, стараюсь. Чертяк. Бухаю, курю, короче. Да? Куришь шишки? Неважно, что. Была в школе музыка? Класса до 6-го. Вот у меня тоже, у меня где-то 5-6 класс была музыка. И спасибо, что была. Вопрос number one – это тест. Если ты на тестовый вопрос не ответил, вечеринка для тебя на этом закончится сразу же. Он очень легкий. Если ты на него не ответишь, да ты на него ответишь, понимаешь? Ты на него ответь, не бойся. Окей, come on. Ты должен продолжить буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Что дальше? Не помню, если честно. Слушайте, это песня. Понятия не имею. Серьезно? Да. Оуш. Блин, не прошел тест, да ладно. Да нет, я сейчас подскажу, бро. Ты четкий? Погоди. Ну давай еще раз. Вот какие-то строчки, потом вычитать, умножать, малышей не обижать. Книжки добрые любить и воспитанными быть. А что дальше-то? Четырем прибавить 2, по слогам читать слова. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну да. Лю-лю-лю-ли-ли-ли. Лю-ли-лю-ли-мули-мули. Су-ли-гули. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Все, йоу. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учат в школе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учат в школе, учат в школе. Братиш, ну чего ты, растерялся что ли, да? Ты прошел тест. Вопрос номер один. Че сперли у Карла? Честно. Вообще, не догадаюсь. Блин. Без понятия. Ты что, совсем что ли? Что сперли у Карла? Мультики Буратино, да? Что за Карл? Что это за тип? А? Не, вообще без понятия. Понял, откуда это? Нет. Карл украл вот у этой курвы. Клара сперла у Карла кораллы. А, коралл. Кораллы? Тема музыкальная. Все вопросы по музыке. Тоже на К. Корабль. Не корабль. Смотри, это музыка. Карл у нее дернул кораллы. Так, Карл. Но она почетче решила замутить. И Клара у Карла украла. А, черт. Клара у Карла, сука, украла. Что за кораллы? Что такое кораллы вообще? Кораллы, блин? Кораллы, это, блин, Россия. Это вообще ни о чем. Да, если кораллы можно замутить, как добы. Она у него дернула. Музыкальный инструмент. И если там Карл сам первый не накосячил и не украл у нее кораллы, то, возможно, бы Клара не украла бы у него. Не помню. Дудочка-то вот эта вот. Такая тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр-тюр. Она нет. Кларнет, блин. Все, все, едем. Карл украл у Клары кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 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 Кларнет? Я не помню, если честно. Продолжаешь. Ничего на свете лучше нету. Ничего на свете лучше нету. Чем? Чем? Любимые дети. Чем любимые дети? Ничего на свете лучше нету. Чем дарить друзьям? Сейчас. Кому-то по свету, может? А как думаешь, кому? Какие есть варианты? Ничего на свете лучше нету. Чем дарить друзьям? Не дарить, а там они пешочком там они ходят. Ходят, бродят. Ничего, лучше нету, чем. Фига, это все так просто, но оказывается, как вот, когда вот так внезапно, это жесть. Чем писать? Ой, да чем нет. Плясать? Да не плясать. Чем ходить с друзьями по белому свету. Прям ходить? Поточнее-ка давай. Ну давай, прям, чтобы четко была эта вот строчка. Пиво, оно что там за... Брашка бродить. Ну вот чем? Ну, бродить. Кому? Чем гулять?
сука, у меня замерзли пальцы. А у меня замерз мозг, черт возьми, блин. Чем гулять? Подожди, мы уже про брашку сказали, что она делает? Бродит, ну? Ну, он бродит, чем гулять? Ну, нахрен нам гулять, если уже брашка, что она делает? Кто бродит-то у них там? Их тусовка вот эта. Кто там вообще? Друзья. И где они бродят? По лесу. Не по лесу. По снежному полю. Не знаю. Чем бродить друзьям по велосипеду? Да, просто верно. Точняк, да, бродить. Да, блин. Да, да, да. Брашка, бродить. Чем бродить друзьям по белосвету? Чем бродить друзьям по белосвету? Пусть бычками брезгуют придурки. Придурки. Нам любые дороги. Дороги. Окурки. Окурки. Да. Мне хочется сделать одну маленькую ремарочку, господа. Я прочитал в комментариях, что многие меня называют таким засранцем, который я неграмотно формулирую вопросы. И на мои вопросы могут быть и другие ответы. Вы такие молодцы. Может быть. Но есть одно но. Да мне насрать. Мне вообще пофигу, нафигу, потому что это мой канал, Негодяй ТВ, это вот эту хрень всю эту придумываю я. У Эдисона там не Эдисон, да хер Эдисон, шмикинедисон. Вот как я придумал там у себя в голове, такой будет ответ, понятно? Все, надеюсь, этот вопрос мы урегулировали и отрегулировали конкретно и хорошо, окей? Хватит, закрыли эту тему. По пьесе Пушкина один отравил другого. Угу. Ну, кто кого отравил? Затрудняюсь. По какой пьесе? По пьесе Пушкина. Тематика у нас музыка. Два композитора. Нам мы один. Маяковский. Сука, нет. Один чувак, прям мега известный, вот которого завалили. Друга отравил. Есенин? Нет. Пушкин Есенина в те годы еще не знал. Почему не знал? Ну, по идее, что Пушкин был старше, чем Есенин, или наоборот? На пару лет. Они кореша вообще там, братья были там туда-сюда. Мо по пьесе Пушкина отравил другой хендай, вот этот вот, как говорится. Таксишники все гоняют этого хендая. Какой это хендай? Мондео. Хендай Мондео. И то не факт, может быть, Солярис его и не отравливал. Хрен знает, но Пушкин где-то там что-то услышал и пьесу такую написал. Кто кого отравил? Я не помню. Моцарт и Сальери, кто такой? Сальери Моцарта. Слушай, не знаю. Сальери Моцарта, конечно, от зависти, боже мой. Кто это? Не знаю, дед мой. Может быть, это дед Элджей все-таки, а не твой? Нет. Не скажу. Это музыкальный деятель или какой-нибудь писатель, скорее всего? Писатель какой-то, наверное. Композитор, наверное, какой-то. Шостакович? Янукович. Батя Федука. Ну, это не Чайковский. Лебединое озеро — это его тема. А, это тогда. Да. При жизни, короче, Лебединое озеро не зашло. А вот когда вот он коньки отбросил... Сейчас пойду. Все, что ты... Бах. Или еще? Не знаю. А почему не Чайковский? Пусть будет Чайковский, не знаю. У меня плохо с композитором. Давай, короче, говори любое имя. Я Чайковский там. Это Чайковский. Да? Да. Блин, я сдаюсь, вот честно. Чайковский. Чайниковский. Если я не ошибаюсь, это Петр Ильич Чайковский. Блин. Вопрос пятый. Отвечаешь на него, получаешь тыщенку. Кто композитор? Просто назови кого-нибудь, и все. Кто там есть? Моцарт, Бетховен, Вивальди, Чайковский. Нет. Фиг знаю. Ты Моцарта знаешь уже, Чайковского знаешь. Ну, назови кого-нибудь. Вдруг попадешь, и тыщенка вот уже будет у тебя в топке. Мужик этот австриец. Его зовут Франц. Угу. Он австриец. Угу. Умер в 31 год. У него днюха 31 января. Знаешь, у кого днюха 31 января? У этого мужика. У меня. Я в 6 классе, представляешь?
Мы приходим на урок музыки. Ирина Павловна Османова, вот, точно. Она ставила пластиночку, короче, разные пластиночки, и мы слушали классическую музыку. И вот я это слушал, Ава Мария, и у меня прямо, помню, прям слезы наворачивались. Ирина Павловна, спасибо тебе. Это Ава Мария, да? Это Ава Мария. Яндекс.Такси, есть там Гет.Такси, есть там еще другое такси, и вот это другое такси. Убер Бахгуно Ава Мария. Так, убер! 7 секунд. Убер? Раз, два, три, четыре. Тубер, губер. Пять, шесть, семь, восемь. Шуберт. 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 Шуберт? Да. А, нет, не знаю. Вот мои руки просто, они окоченели, они просто вздребеденились, забубенились, лимончелились, холодно. Поэтому я завязываю съемку. Никто бабосиков сегодня не поднял. Но, ребзики, опять-таки, я понимаю, что вам тоже охота как бы поучаствовать, посодействовать в этом мероприятии, и это можно сделать. Если вы врубаетесь, что вы как бы по музыке там вообще там мега чуваки, и для вас это все как добрый день, то сразу же два конкурса в Инстаграме будет. Один будет у меня, это будет прямой эфир, вот Инстаграм здесь, а другой конкурс замутит Роберт, вот чувак, который меня снимает. Покажи себя, Роберта. Вот его нос. Короче, Роберт, мой кореш, который снимает меня в своем Инстаграме, он сделает вообще прям угадай мелодию. Он будет играть на пианино, а вы будете угадывать это в прямом эфире. Так это будет, бро? Да, только проще, чем у тебя. Короче, у Роберта все будет проще, чем у меня. Он тоже будет отмакасивать какую-то лавандосину. Вот его Инстаграм, вот мой Инстаграм, вот там, вот тут, вот сям, вот там вот. В описании тоже будут наши Инстаграмы. Поэтому, йоу, камон. И, кстати, видали? Четенькие часики, да? Февраль, март, скоро праздники же там мальчиков и девочек. Поэтому охота что-то подарить своим вот любимым, своим там детям, не знаю, крестным там еще кому-нибудь. Дарите деревянные часики, в описании будет ссылка. Тут может написано быть все, что угодно. Это может быть и вот так вот, 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 вот так вот, и вот тут вот, и вот так вот. В описании будет ссылочка. Опять этого чувака я вижу, которого мы... А, все, я понял, откуда я его знаю, да.